З приводу коаліції, ви вже раніше сказали про те, що ідеальна була б коаліція – це «Слуга народу» та пан Смішко, хоча про те, що створити коаліцію, говорять вже і інші політичні сили, «Батьківщина» активно за це бореться. Як ви гадаєте, які шанси у «Батьківщини» і взагалі, як це буде тривати переговорний процес? Чи зараз уже є якась комунікація, зокрема, між Смішком і Зеленським? Так, про комунікація, звісно, є. І, смотрите, начальник штабу, мой коллега из партии Владимира Зеленского «Слуга народа» уже заявил, что коалиция партии «Слуга народа» в будущем парламенте возможна только с партией Игоря Смешко «Сила и честь» или с партией Святослава Вакарчука «Голос». Единственное, у меня есть большие сомнения, что партия Вакарчука пройдет Верховную Раду. Я вам скажу больше, я думаю, что «Голос» не пройдет Верховную Раду. Но историческая миссия Святослава Вакарчука заключается в том, что он должен отобрать как можно больше голосов у Петра Порошенко. И я приветствую всячески Вакарчука, который будет отбирать голоса у Порошенко. И я даже приветствую партию «Свобода». Я, который всегда выступал против «Свободы», сейчас я буду болеть за них. Особенно за моего товарища Андрея Белецкого, который там второй номер. Я очень хочу, чтобы «Свобода» побольше забрала голосов у Порошенко. Порошенко и его сила не должны пройти в украинский парламент. И это будет им окончательный приговор за 5 бездарных воровских лет. Політтехнологи якраз кажуть, що «Голос» може відібрати електоральні бали не у БПП, а у Європейської солідарності тепер уже, а саме у Смішка. Нет, это совершенно разный электорат. Смотрите, «Голос» будет работать в основном на Западной Украине и в основном среди молодежи. Так. Поэтому среди патриотично настроенной молодежи это электорат, который взял себе Порошенко. Угу. Да, частично «Голос» может взять у Зеленского что-то, частично. Но я думаю, что те, кто голосовали за Зеленского, проголосуют автоматически за «Слугу народа». Я вам скажу больше. Я изучал ситуацию с мажоритарными округами, в том же Киеве даже. Если сегодня по опросу мы ставим человека от «Слуги народа», которого никто не знает, назовем его там Иванов, грубо говоря, но «Слуга народа», 30% сразу обеспечено. Флажок партии Зеленского дает сразу 29, 33, 36, а кое-где 38% автоматически. А если человек более-менее известен, дойдет до 40.